Есть вещи, к которым мы так привыкли, что даже не задумываемся, откуда и почему они пришли в нашу жизнь. Казалось бы, что может быть проще? Ваза с тюльпанами. Можно сказать, это просто цветочки. Но есть растения, история которых не менее захватывающая и насыщенная, чем история целых государств и народов. В этих цветочках история финансовых спекуляций, войн и рискованных экспедиций. Это окраины Алматы, полуторамиллионного города в отрогах Тяньшаня. Вокруг строятся коттеджи новых казахов. Здесь родина тюльпана. Анна Иващенко почти полвека изучает дикие тюльпаны, которые расцветают, как только растает снег, чтобы успеть до летней жары дать семена. То есть это самое главное место разнообразия тюльпанов, да, вообще в мире? Да, ну... Вот это вот... Средняя Азия... Казахстан и прилегающие территории Средней Азии. Нашли тюльпаны все-таки, да? Да, нашли. Вот островские анна, да. Две формы, цветовые вариации, ага. Которые можно, ничего с ними не делая, выращивать в культуре, и будут готовые сорта. То есть мечта голландца? Да, мечта голландца. Взять, вырастить, подкормить и получить сорт. За 400 лет они сделали себе богатой страной, наверное, на тюльпанах, я так думаю, преимущественно. Они же были бедные в свое время, а потом получили тюльпаны и разбогатели. Ну, у нас селекция же не пошла. Восемьсот лет назад по тем же местам, где теперь проложена железная дорога, шел великий шелковый путь. Любопытные купцы иногда подбирали с собой луковицу тюльпанов и везли их на запад. А в 12 веке этим же путем покорять богатую Византию устремились свирепые войска тюрков-сельджуков. Безжалостные воины ислама оказались сентиментальными. Именно они принесли с собой в нынешнюю Турцию алый цветок азиатских пустынь. Сельджуков сменили османы, создавшие семивековую империю, а тюльпан остался главным символом страны. Родиной знаменитого стамбульского тюльпана, как показали наши исследования, является Средняя Азия, то есть территория бывшего Советского Союза. Луковицы выкапывались тысячами и переносились в императорские дворцы. Это картина цветущих Тяньшанских гор. Огромные белые и розовые эремурусы колосьями возвышаются над изумрудной травой. В россыпях камней цветет карликовая вишня, а по горным речкам рассыпаны цветки юноны, горного ириса. Почему же воины ислама из всего этого многообразия выбрали именно тюльпан? Тюльпан, как ни странно, ассоциировался с самим Создателем, Аллахом. Сейчас объясню все наглядно. Каждой арабской букве соответствует цифра. Это и всегда один, это и всегда два, и так далее. Сумма этих цифр – число слова. В османскую эпоху стихи писались таким образом, чтобы, подсчитав значение всех букв в стихотворении, можно было узнать некую дату. Например, тюльпан. Пишем слово «лалле», «тюльпан». Теперь пишем «Аллах». Буквы те же, что и в слове «лалле», но в другом порядке. А вот «хиляль», «полумесяц», как ни странно, записывается теми же четырьмя буквами. Каллиграфическая запись имени Аллаха, тюльпана и полумесяца стали важными символами в османскую эпоху. Они говорят о посвящении Богу. И если просуммировать значение каждой буквы, выйдет одно и то же число слова – 66. Это мистическое совпадение. Никто, конечно, не молится ни тюльпану, ни полумесяцу. Они несут символическое значение. Их можно поместить на надгробном камне или здании. Это значит посвящение Аллаху. Возможно, это объясняет, почему даже во времена самых суровых правил не изображать ничего живого, для тюльпана в Османской империи существовало исключение. Тюльпанами были вышиты одежды полководца Баязета, покорившего Балканы. Тюльпаны покрывали драгоценные халаты султана Сулеймана Великолепного и украшали наконечники копий. Воины, проведшие жизнь в походах в других странах, в Стамбуле хотели наслаждаться жизнью, поэзией, архитектурой. Экстравагантная роскошь стала нормой жизни, и тюльпан постепенно стал символом этой роскоши. Середина 16 века расцвет
Отоманской империи, потом получил название периода золотых тюльпанов. И действительно, это растение становится символом могущества Отоманской империи. Здесь, на изразцах, на стенах мечети Рустем-Паша, тюльпаны практически на каждом изразце. И они все совершенно необычной формы, не такой, к которой мы привыкли. Удлиненный цветок, очень длинные узкие лепестки, узкие листья. Казалось бы, это условность, стилизация. Но точно такие же тюльпаны, точно такой же формы мы находим и на других изразцах. Всего здесь их 41 сорт. И даже на коврах, на полу, который устилает мечеть, вот один узкий тюльпан, вот другой узкий тюльпан. Если классические турецкие тюльпаны такие, то откуда же взялись те тюльпаны, которые отсюда попали в Голландию, и они совершенно другой формы? У привычных нам тюльпанов не бывает заостренных лепестков. Стамбульские же считались тем красивее, чем они были выше и чем более вытянутыми лепестками обладали. Лепестки должны быть похожими на арабские буквы. Разведением тюльпанов занимались такие люди, как Абасуд Эфенди, великий муфтий Стамбула, многие визири, богословы, ученые, купцы. Это стало истерией заполучить новый сорт тюльпана. Каждый апрель в Стамбуле устраивались фестивали тюльпанов. Это было время наслаждений и пиров. Жан-Сован де Вильнёв, французский посол в Стамбуле. У каждого четвертого цветка стояла свеча. Вдоль аллей размещали огромные клетки с птицами. Арки украшены немыслимым количеством тюльпанов, поставленных в бутыли и тоже подсвеченных разноцветными лампами. Эффект этого переливающегося света просто захватывающий. Недавно в Турции решили возродить тюльпанные фестивали, но это очень далеко от описаний османских времен. В парках высадили 5 миллионов луковиц. Я внимательно всматривался, что это за растение, но ни одного, похожего на старые рисунки. Все современных сортов. Оставив следы на изразцах, стамбульский лали бесследно исчез. Это произошло еще в 18 веке, когда янычарами был свергнут султан Ахмед III. 2 года назад я дал в газете объявление о том, что мы хотим восстановить наш тюльпан, то есть османский тюльпан. В ответ написали люди, которые утверждали, что у них дома есть столетние тюльпаны, доставшиеся от предков, которые когда-то служили во дворцах. Эти люди высылали мне фотографии. Вот в этом горшочке предположительно такой. Если пожилой господин, который это прислал, не обманывает, его дед служил во дворце Далмабахче и говорит, что этот тюльпан достался ему от деда. В письме написано: «Я, доктор Эрдар Саламлар, нашел в винограднике много тюльпанов, о которых вы говорили. Я обязательно к нему поеду. Мы должны вернуть славу этого тюльпана». В середине 16 века насчитывалось 1300 разновидностей тюльпана. Тогда и началась другая глава его жизни, европейская. В это время послом Священной Римской империи при дворе Сулеймана II служил фламандец Огье Гислен де Бузбек. Это самая закрытая, самая интимная часть огромного султанского дворца Топкапы в центре Стамбула, тюльпанный сад. Скорее всего, именно здесь барон де Бюзбек впервые увидел поразившие его тюльпаны. Меня восхитила любовь турков к цветам. В самом большом почете тюльбан, как его называют тут. Турки любили украшать свои главные уборы, тюрбаны, тюльпанными цветками. И когда Бузбек спросил провожатого, что это у него на голове, ему ответили: тюрбан. Он принял это за название самого растения, и эту ошибку мы повторяем до сих пор. При дворе императора Максимилиана в Вене, куда Бузбек послал свои тюльпаны, особого впечатления они не произвели. Так, одна из заморских редкостей. Но придворным ботаником в это время служил Карл Клузиус, въедливый собиратель диковин. Знакомый со всеми придворными садовниками Европы, он объезжал многочисленные дворы немецких князей и везде оставлял по нескольку луковиц тюльпанов. Они росли в холодной Европе, на удивление, хорошо. Об их живучести позаботилась сама природа. Тюльпан. Растение казахских степей, что ему позволило выжить во всех странах мира. Когда почва влажная, за это время он успевает завершить свой цикл развития за счет питательных веществ, которые находятся в луковице. Вот сейчас он из этой луковицы выгнал
высокий стебень и крупный цветок. То есть, грубо говоря, вот летом тюльпан живет под землей. Уже сейчас у него заложены внутри луковицы мельчайшие элементы всех органов. На будущий год? Да, для будущего года. Я пытаюсь выкопать луковицу дикого тюльпана, но это не так просто. Глубина, на которой она расположена, защищает нежные точки роста и от зимних холодов, и от весенних паводков, и от осушающей жары. Поэтому он использует всего месяц благоприятного времени, чтобы зацвести и запасти питание на следующий год, а потом сбросить листья и скрыться в почве. Ну вот тюльпан во всей своей длине, во всей своей красе почти метр, да? Да. Длиной получается. И вот вся эта часть подземная. То есть вот сейчас эти вещества весной идут вниз. Идут, да, истощенные. Вот это, видите, она худенькая, истощенная. Mm-hmm. Они сейчас пойдет накопление. Уютный дворик среди красно-кирпичных зданий. Это знаменитый Лейденский университет. Сюда после долгих странствий Карл Клузиус привез тюльпанные луковицы. И это место станет стартовой точкой для тюльпанной лихорадки, самого первого кризиса молодого капитализма. Этот сад восстановили по гравюре, которая была отпечатана еще при жизни Клузиуса. Он обозначил место для тюльпанов. Самые ценные он размещал внутри загородки. С собой Клузиус привез луковицы тюльпанов, выращенных в Вене. У него была самая большая коллекция в Европе. И посадил их в этом саду. Его грабили несколько раз. В конце концов, он перестал заниматься тюльпанами. Но после его смерти в садах уже оказалось достаточно потомков его растений. И все это было рядом, около Лейдена. Каждый мог заглянуть за забор к соседу и увидеть, что у того растет. Это вызывало жгучую зависть. Когда Карл Клузиус приехал сюда, в Лейден, тюльпаны уже были известны в Голландии. Они росли и в богатых домах, и в бедных, где-то на задних огородах. И, в общем, на них никто особенно не обращал внимания. Но сам факт, что первый ботаник Европы сюда из Вены привез целый чемодан луковиц, сильно подогрел интерес местного населения к тюльпану. Так что в какой-то мере Клузиуса можно считать крестным отцом тюльпанной лихорадки. Тюльпанный бум в Нидерландах – первый в мире в своем роде. Экономика была на подъеме. Уже 18 лет шла война с Испанией, но это было на юге страны. А север неплохо на этой войне зарабатывал. Незадолго прошла эпидемия чумы, и в Амстердаме и Харлеме была нехватка рабочей силы. Зарплаты резко выросли, появился мощный средний класс с деньгами. Началась истерия. Людям хотелось выделиться, а тюльпан был идеальным средством, красив и редок. Уровень жизни многое позволял. Морская торговля приносила огромные доходы. Сейчас бы мы назвали это эпохой новоришей. Тогда тюльпан стоил столько же, сколько сегодня дорогая машина или личный самолет. Что нужно, чтобы возникла всеобщая мания? Во-первых, свободные деньги. Во-вторых, новые явления или предмет, который становится предметом зависти. И обязательно дух азарта в обществе. Этот дом на Сонной улочке города Хорн – одно из немногих оставшихся вещественных доказательств тюльпанной лихорадки в Голландии начала 17 века. Он так и называется – «Дом трех тюльпанов». Он был куплен за 3 тюльпанные луковицы. Вот этот барельеф красноречиво об этом свидетельствует. В те годы стоимость этого дома равнялась примерно 500 гульденам. Для сравнения, за 10 лет до этого Ост-Индская компания примерно за ту же сумму купила у индейцев остров Манхэттен – сердце современного Нью-Йорка. Голландские луковичные поля – лоскутные одеяла Европы. Фермеры чинно обходят владения свои. Спокойствие разлито в воздухе. Где найти следы этого периода безумия, охватившего одну из самых консервативных стран? В этой библиотеке хранятся бесценные документы. История голландской болезни. Это по-настоящему драгоценная книга. Каталог растений, которые выставлялись на продажу. Она называется «Книгой Коса» по имени фермера, который заказал эти акварели неизвестному художнику. То есть это каталог товаров, как сейчас машины или одежды?
Каталоги были очень важны, потому что тюльпаны цветут очень недолго, а торговля идет круглый год. Картинки можно показывать в любой сезон. Торговали не тюльпанами, а расписками, причем пока луковица сидела в земле, ее перепродавали по многу раз. Конечно, капроновых мешков в начале 17 века не было. Тюльпаны приносили в холщовых мешках, но сделки происходили именно в таких местах. В задних комнатах таверн, под пиво, и совершались сделки на многие тысячи флоринов, на которые можно было купить или дом, или построить корабль. Обстановка, окружающая такие сделки, была довольно шумной и своеобразной. Тогда была в ходу поговорка: где есть 100 голландцев, там есть 100 ножей. Обычно при входе в такие кабаки ножи у голландцев отбирали. Но все равно дискуссии были шумными, и заседания продолжались по много часов. Спорили о цене, показывали друг другу луковицы. И рассказывали, что, например, должно получиться из этой или, вот, например, из этой. Для пущей убедительности демонстрировали друг другу картинки из альбомов. Вот примерно с такими рисунками. Результатом, как правило, являлась расписка, написанная в темноте, от руки, под огарком свечи и без всякого нотариуса. А в чем разница? Почему этот тюльпан, который внешне ничем не отличается от предыдущего, стоит в 3 раза дороже? 1520 гульденов. Эти цены мало зависели от качества, только от моды. Все это чистая спекуляция. Просто были покупатели, которые готовы были выложить такую сумму. Вроде бы ценились тюльпаны с цветками яйцевидной формы с красными полосами на лепестках. Но на других страницах можно встретить такие же по более низкой цене. Такие вот колебания рынка. Иерархию ценностей обозначали названиями. Адмирал, генерал. Адмирал Лейфкин не существовал. Это фамилия тщеславного садовника. А самая дорогая луковица в этой книге – Вайсрой, вице-король. 4200 гульденов. Для сравнения, плотник зарабатывал 200 гульденов в год. Но все рекорды бил Семпер Аугустус. Он был настолько редок, что в этой книге его нет. Ну вот, похоже, единственное место в Голландии, где остались живые тюльпаны со времен тюльпанной лихорадки начала 17 века. Вот. Примерно так выглядели адмиралы, генералы, генералиссимусы, которые продавались за дома и корабли. Вот этот тюльпан мог бы быть Семпер Аугустус, белый с рваными лепестками и красными языками пламени. Но смотрите, они все разные. То есть каждая луковица из этой делянки могла бы быть продана как новый сорт за огромные деньги? Может, они и считались разновидностями. Каждый год фермеры отбирали то, что им казалось новыми сортами. Но это были не сорта, а растения, пораженные вирусом. Поэтому результат был невоспроизводим. Рисунок, который вы видите, результат болезни. Мы можем продать вам этот тюльпан, сказав, что он Семпер Аугустус. Но на следующий год у вас будет как вот этот. Слабенький? Ничтожный. Он ничего не стоит. При пересадках он будет только хуже, через год не сможет расцвести, а на 4-й год вообще погибнет. Вот два издания одной и той же книжки. «Хортус Флоридус. Цветущий сад». Первое – 1614 года. В первом издании все тюльпаны очень простые и называются просто «тюльпан красный», «тюльпан пурпурный». А вот во втором издании, которое вышло через 10 лет, тюльпанам посвящено уже много страниц. Они все пестрые, с так называемыми языками пламени на лепестках, что особенно ценилось, и описание их гораздо пышнее. Видимо, именно в эти 10 лет вирус, дремавший в какой-то луковице, расселился по всей Голландии. Именно он, а не труд селекционеров, вызвал такое разнообразие окрасок. В разгар тюльпанной лихорадки дельфтские мастера даже делали специальные тюльпанные вазы, чтобы каждый цветок можно было рассмотреть отдельно, ведь двух одинаковых даже не было. Вот книжка, изданная в 1650 году. А вот тюльпан, только что сорванный с грядки. Практически одно и то же. Но в те годы этот тюльпан можно было продать по нынешним ценам за 300-400 тысяч евро. Сейчас это считается вирусным сорняком. Его можно просто взять и выкинуть. Вспоминается старый анекдот. Человек выходит от сексопатолога с грустным лицом и говорит: то, что я всю жизнь принимал за оргазм, оказалось астмой.
Ситуация вышла из-под контроля. Те, кто выращивал цветы, поняли, что не смогут получить деньги в полном объеме. Заключались контракты на продажу деток тюльпанов, но они размножались медленнее, чем расписки. К тому же многие, у кого цветы распускались, видели, что качество не то, сказывался вирус. Все это привело к тому, что у одних были луковицы, а у других расписки, а живых денег никто не увидел. Суды были переполнены жалобами. Запись в нотариальной книге Харлема от 29 января 1637 года. Свидетели, портной и художник, явились с жалобой к нотариусу на булочника Яна Смуйсера, обвиняя его в том, что он продал им тюльпан сорта Гауда за 600 гульденов. Объявленный вес был 100 гран, но позже выяснилось, что тюльпан весит лишь 60. Решение – обязать Смуйсера вернуть деньги и забрать луковицу, или дело будет передано в суд. Налоговая ведомость. В ней должность тюльпановодов-спекулянтов. Аптекарь, юрист и даже священник. К весне 1637-го цены достигли своего пика. И вдруг оказалось, что количество расписок превышает количество луковиц. В Голландии была прекрасно развита банковская система, и каждый с легкостью мог получить кредит и пустить его на тюльпанную спекуляцию. Когда денег, чтобы оплатить контракты, не хватило, многие тысячи людей обанкротились, и их имущество ушло с молотка. Апрель 1637 года. Декрет Генеральных Штатов. В связи с расширившимися спекуляциями тюльпанными луковицами и расписками за них, многочисленными жалобами на неоплату контрактов и по просьбам городских советов Гарлема, Алкмаара и других городов, для защиты честной торговли постановляется прекратить принимать эти расписки к оплате. Это был первый в мире случай, когда государство волевым решением прекращало спекуляцию. Потом это назовут финансовой пирамидой, финансовым пузырем и дефолтом. В 1637 году для этого события даже названия не было, только краски. Это сатира на тюльпанную лихорадку кисти Яна Брейгеля-младшего. Он изобразил людей в виде обезьян. Картина начинается с едящих и пьющих обезьян. Так они приводят себя в состояние, пригодное для совершения сделок. Пьяные обезьяны идут на поля, где ученая обезьяна ведет учет луковиц, а другая обезьяна, эксперт, советует, какие сорта приобретать. Особенно она пытается убедить благородную обезьяну с лентой через плечо. Две другие обезьяны считают на столе деньги. На переднем плане вы видите крадущуюся обезьяну, которая пытается тайком выкопать луковицу. А здесь рассерженная обезьяна мочится на тюльпаны. Они больше ничего не стоят после падения рынка. Из тюльпаномании мы извлекли урок. Быть более расчетливыми, не верить в быстрый успех. Одновременно мы стали уступать Англии на море, потом в 17 веке мы перестали быть крупнейшей морской державой, влияние Нидерландов в мире стало уменьшаться. Это был шок, травма, после которой нация поняла, надо жить посредством. В лихие 1620-е было не до скрещивания и размножения. Ухватить бы пламенеющую аномалию, но не вышло. Зато в полях остались тысячи нераспроданных луковиц. Крестьянское в голландцах перевесило купеческое. Так на осколках тюльпаномании возникла нынешняя тюльпанная империя. Пришлось начать заново. Со скромных луковиц сорта «Дюк Ван Толь», полученных еще самим Клузиусом. После крушения рынка этот невзрачный тюльпан сослужил огромную службу. Он цветет рано и держится долго. Его использовали почти во всех скрещиваниях 3 века подряд, и у него нет вируса. С него начался новый расцвет голландского тюльпана. В 21 веке сорта регистрируются специальной комиссией. Для этого есть особые поля, а судьи – сами фермеры. Фамилии авторов сортов скрыты для объективности. Каждый год новые разновидности проходят строжайший отбор. Длину стебля измеряют, оттенок цветка сравнивают со специальной таблицей, как в магазине красок. Профессор Ван Схепен – абсолютный авторитет. Фермеры нам платят за то, чтобы их сорт был зарегистрирован и пошел на рынок, потому что мы даем ответ, вывели ли они что-то новое или это уже существовало. Представим себе, что я фермер и говорю, что вывел новый сорт. А оказывается, он существовал, скажем, в 1953 году. Значит, вы ничего не понимаете в тюльпанах. Это ваш профессиональный провал. Растения постоянно улучшаются. И если вы не в состоянии этого заметить, вам нечего делать в этом бизнесе. И вы никогда этот сорт не продадите.
За 200 последних лет были пересмотрены все виды и гибриды. Оказалось, что просто увидеть особый цветок и размножить его недостаточно. Селекционер тюльпанов как кутюрье, только модели, которые он придумал, будут носить через полвека. Например, вот сорт маскота. Это махровый ресничный тюльпан. Наша гордость. Скрещивание было сделано в 1983 году, 24 года назад. Теперь мы впервые вывели его на рынок. Это занимает целое поколение. Еще мой отец начинал этот сорт. Надеюсь, в моей жизни получить с него какой-то доход. Мы загружаемся в старенький автобус, который, надрываясь, поднимается на Тяньшанские горные луга в окрестностях казахского города Чимкента. Это место сыграло особую роль в истории тюльпана, причем совершенно неожиданно. В 1864 году эти горы были заняты войсками Александра II, пробивавшимися в Туркестан. Государь-император высочайше повелеть соизволил. С 1864 года приступить к соединению передовых сибирских и оренбургских линий по хребту Каратауских гор, чтобы впоследствии перенести границу на Арысь, проведя оную через Чимкент. Милютин, военный министр. В 1866 году генерал-губернатором Туркестанского края был назначен генерал Константин фон Кауфман. Это сейчас склоны западного Тяньшаня кажутся вполне обустроенными. Вот линии электропередач тянутся по всем горам. А в середине 19 века это была земля крайне негостеприимная. Она контролировалась Бухарским и Хивинским ханствами. Само проникновение сюда иностранца каралось смертной казнью. Так здесь был, например, задержан и публично казнен в Бухаре английский ботаник Артур Коннелли, который попал сюда из Петербурга. А знаменитый исследователь Средней Азии Северцев провел месяц в Хивинском плену, после чего был выкуплен. И только с приходом сюда войск Александра II и генерала Кауфмана вся эта красота стала открытой миру. Как писал в 19 веке известный историк Николай Маев, русский солдат в Туркестане проложил дорогу мирному труженику науки. Были экспедиции, которые были хорошо оснащены, по крайней мере, те же генерал-губернаторы давали им на сопровождение 20, 30, 50, может быть, даже 100 солдат для того, чтобы они и охраняли, и сопровождали, и помогали, и за лошадьми ухаживали. А экспедиции длились по несколько лет. Это не один сезон, как у нас сейчас 2-3 месяца, а это было несколько лет, по 3, по 4 года. Самым неутомимым исследователем флоры Средней Азии был Альберт Регель, врач и сын директора Петербургского императорского ботанического сада. Он открыл великое множество новых видов растений, и многие из них названы в его честь. Вот это, например, лютик Регеля. А где-то неподалеку растет тюльпан Альберта. Мы идем по каменистым горам, точно по маршруту Регеля. Огромные, ярко-алые тюльпаны – первое, что бросилось ему в глаза. Этот новый вид Регель назвал тюльпаном Грейга по имени тогдашнего председателя императорского общества садоводства. Очень ценная особенность красный у тюльпана Грейга, то, что вот большое формовое разнообразие, вот даже в одной популяции, которая перед нами, на наших глазах буквально. На одном лугу? 10 на, ну, 10 на 10 метров, 100 квадратных метров, допустим. Сколько здесь форм можно отобрать? Вот перед нами, допустим, классический красный цветок с черными, с черным центром. Угу. А вот, пожалуйста, совершенно другой. Пестрины на листьях и желтый цвет с красной полосой, смотрите, вот. То есть, в общем, можно брать и сказать, что это мой сорт, да, я его вывел. Это мой сорт. Мой сорт Аксуджабагленсис. Продвигаемся чуть выше, к Снежнику. И на его границе совсем другой тюльпан, названный именем генерала Кауфмана. О, вот они, вот они, вот они. Вот он, Кауфмана тюльпан. О, здесь недавно лежал снег, угу. И по всей этой ложбине, смотрите, вот внизу там, да, еще снег, и по они всей ложбине другие. Кауфмана, Кауфмана, Кауфмана. Причем, смотрите, опять большое разнообразие. Вот совершенно красная, темно-красная спинка наружных лепестков. А есть вообще белые почти. А вот, да, есть желтый фон, белый фон. Здесь желтый фон, красная спинка с зеленым центром, а здесь вот вообще сиреневато-зеленовато. То есть в пределах одного ручья можно найти одной ложбины массу. Сколько лет может быть такому растению, допустим? Ой, ну, такому растению лет 40-50, может быть. Да, что? Да, но они размножаются семенами, и из семян зацветают на 14, от 12 и 14 до 17 лет первые цветения. То есть можно сказать, что Россия была своя эпоха великих географических ботанических открытий? Да, конечно, связано с освоением территории, как раньше, как говорили, колонизацией России этих стран.
Но это была колонизация, которая несла цивилизацию. Все, что добывалось в многочисленных экспедициях, попадало в конце концов сюда, в гербарий Петербургского императорского ботанического сада. Сюда же попали и тюльпаны, найденные в Средней Азии Регелем-младшим. Вот они, первые драгоценные трофеи из покоренного Туркестана. Тюльпан Кауфмана, описан директором ботанического сада Регелем в 1877 году. А вот книжка с первым ботаническим описанием тюльпана и первый его рисунок. За 150 лет тюльпан даже не выцвел. Вот потомок того самого тюльпана Кауфмана, привезенного Альбертом Регелем сюда, в Петербург. Вот он сейчас зацветает. У ботаников всего мира есть правило делиться друг с другом новыми находками. И часть луковиц Регель послал в Голландию своему другу Ван Тубергену. К тому времени голландцы уже почти полностью исчерпали свой собственный генетический ресурс тюльпанов. Все совсем было скрещено. Новые сорта не появлялись. И азиатские дикари, добытые в кровавых сражениях, стали настоящей революцией в тюльпанном бизнесе. А Россия упустила свой шанс стать мировой цветочной сверхдержавой. Сочные, яркие цвета азиатских дикарей потрясли голландцев. В 30-е и 40-е годы 20 века, когда Советскому Союзу нужна была твердая валюта, в Казахстане и Узбекистане выкапывали тысячи луковиц и посылали их в Голландию. 30 лет ушло на то, чтобы вывести из них сорта, которые можно размножать в промышленном масштабе. Знаменитый селекционер Лефебр любил повторять: «Самые лучшие разновидности – это те, которые я не успел улучшить». Тюльпан до сих пор считается нежным и романтичным цветком, но в производстве этих цветов уже никакой романтики. Глобализм и конвейер. На некоторое время луковицу тюльпана помещают в холодильник до того момента, пока рынок не потребует появления цветов того или иного сорта или цвета. И потом, вынимая из холодильника, луковицу сажают на 3 недели в ящики с песком, где она за счет собственных ресурсов дает цветочную стрелку. Вот теперь нужно выбирать самые расцветшие экземпляры, а те, которые еще не расцвели, отправятся на новый цикл, на доращивание. Вот так и заканчивает свою жизнь один из самых загадочных и самых интересных цветов в истории человечества. Все, что произвела Голландия, попадает на знаменитую Аалсмеерскую цветочную биржу. Сейчас торгуют срезанными тюльпанами. Тележки с образцами проходят внизу. Электронные часы показывают меняющуюся цену. Я пытаюсь понять, как это работает, но не успеваю. Как только что-то проясняется, оказывается, весь товар уже продан. Вот вы видите, что сейчас осталось 12 ведерок. Это уже идет другой тюльпан. То есть это кто-то очень быстро. 12 купил, да, сразу. Да. А цена сделки. Вот здесь высвечивается в белом квадратике, да? В желтом кто купил? Кто купил, да. Вот те цифры, которые меняются справа, это сколько еще осталось? Сколько еще осталось, все правильно. Вы, соответственно, видите цену, как она меняется. Угу. Слева от номера закупщика. Видите, 3 ага. цента. То есть вы видите. За один тюльпан. За один стебель, да, за один тюльпан. Нужно успеть, и чтобы ты купил, и чтобы ты купил недорого. Потому что если ты купишь раньше по большой цене, то прогадаешь. Это невыгодно, да. Получается, что это движение красной точки на циферблате и есть та самая невидимая рука рынка, которая в конце концов и направляет развитие индустрии. И именно она определяет, кому что с чем скрещивать и что выращивать. И именно эта смешная сумма, 7 евроцентов за стебель тюльпана, и есть те деньги, которые в конце концов и питают всю тюльпанную индустрию. Теперь время больших машин и огромных плантаций. Красота тюльпанных полей не для наших глаз. Это только этап в производстве главного голландского товара – луковицы. И цветки скашивают не потому, что празднику конец, а чтобы цветок и плод не мешали луковице толстеть, жиреть и набирать свои 75 граммов, иначе ее никто не купит.
У Лео, оставшийся от отца, кусочек земли. Он стар и уходит из бизнеса. Но с голландским упорством каждый день выходит обрывать лепестки вручную. Что потом происходит с этими цветами? Мы складываем их в кучу и делаем компост. А просто в компост? Нет. Какая роскошь. Важно угадать, что будет в моде. 20 лет назад я вывел фиолетовые сорта тюльпанов и отдал их за бесценок. Тогда в моде были желтые и красные. А теперь пол Голландии фиолетовые, а я с этого ничего не имею. И мои права уже не восстановить. Мы каста очень закрытая, все соревнуются друг с другом. У каждого цветка есть родословное, какой сорт с каким скрещивался. До 60-х годов это было главной тайной, чтобы никто не смог повторить твой сорт. Однотонные яркие сорта очень долго царили на рынке, примерно до конца 70-х годов. А в 90-е в моду вошли пестрые сорта кричащих расцветок, почти такие же, как во времена тюльпанного бума, только гораздо крупнее и устойчивее. Сейчас тюльпан стал настолько генетически гибким, что любой признак можно сочетать с любым. Собирать растения как конструктор. Тут я увидел один тюльпан, который вряд ли кого-то обрадует как подарок. Простите, но он похож на опухоль. Он называется король попугаев. Действительно, очень странный. Но есть же люди, которые любят всякие странности. Скорее, он подходит для флористов, которые могут добавить этот цветок в букет, как некую изюминку. Это скорее вызов, желание садовников показать, на что они способны и насколько им подвластна природа. Сейчас люди стали очень прихотливыми. Им нужно нечто необыкновенное, даже не похожее на тюльпан. Примерно 10% рынка занято такими необычными сортами. И мы на них поставили. Но я не думаю, что вы найдете потребителя для таких тюльпанов. Это какие-то артишоки? Сумасшедших достаточно. Это мутация, которая однажды случилась. Мы взяли два нормальных махровых тюльпана и скрестили их. Получилась такая генетическая шутка. Не думаю, что для срезки он подойдет, но как садовый курьез – вполне. Кстати, потом из этой зеленой массы все-таки вырастает цветок. По-английски «Netherlands», по-французски «Пейба». На всех языках название этих провинций обозначает одно – низкая земля. Большая часть тюльпанных полей лежит на 6-7 метров ниже уровня моря. Это насыпные земли, так называемые «польдеры». От моря их защищают дамбы. Вот так еще в 30-е годы 20 века их насыпали вручную. Сушу отвоевывали для тюльпанов. Теперь поля размежеваны каналами. Если трава на пастбище еще может выдержать затопление, то горная луковица тут же сгниет, а в земле закопаны миллиарды. Когда-то ветряные мельницы, такой же символ страны, как и тюльпан, делали почти все. Пилили лес, мололи муку и руду, а теперь осталось только несколько мельниц-насосов, построенных специально для тюльпанных полей. Когда Петр I только учился строить корабли в Заандаме, эта мельница была совсем новенькой. Но уже тогда она занималась своим основным делом. Не молола муку, а перекачивала воду между каналами. Эта мельница работает на тюльпаны. А для тюльпанной луковицы самое главное – это держать планку, то есть уровень воды. Это условие выживания. Мы находимся на 1,60 м ниже уровня моря. Расстояние между луковицей и водой должно быть постоянным – 30-40 сантиметров. И мы должны следить за этим уровнем. Если вода стоит выше, корни гниют. Если ниже, луковица недополучает влагу и развивается маленькой. Эти шлюзы переключают ток воды из мелких каналов в большие или наоборот. Система была изобретена в 1600 году и с тех пор не переделывалась, только подновлялась. Получается, под жизненный цикл тюльпана подстроена вся инфраструктура страны. Вот рабочий орган мельницы. Это такое огромное колесо с лопастями. Я помню, такое были колесные пароходы. Вот сейчас видно, что мельница качает воду в этом направлении. Это значит, что вода идет с канала в поле. А если было бы много дождей, то вода шла бы в другом направлении. Это называется переключение каналов по-голландски. Мощные насосы перекрывают задвижки. Огромный полупустой цех наполняется гулом. В Северное море, лежащее в 4 метрах над нами, выбрасывается 18 кубометров воды в секунду.
Это государственная служба уровня воды, стратегический объект Голландии. Большая насосная станция Catwijk работает круглосуточно. Достаточно недельного перерыва, и поля, лежащие ниже уровня моря, будут затоплены. Всего в стране около 20 таких станций. Я спросил у инженера, а что было, когда Голландию оккупировали немцы? Неужели ни одна не остановилась или не была разрушена? Мне сказали нет, мы достаточно быстро сдались. Мы находимся вот здесь. А что значит все остальное? Это полдеры, участки насыпной земли. Вот эта узкая полоска – район, где выращивают тюльпаны. Каждая черная точка на карте – это маленькая насосная станция, которая измеряет уровень воды в каналах и поддерживает его автоматически. Ну или изредка мельница. Полдеры находятся на разных высотах, и каждому землевладельцу предписан свой уровень воды. Когда этих станций не было, они открывали и закрывали шлюзы по своему усмотрению, отчего у одного луковицы затапливались, а у других засыхали. Из мелких каналов вода поступает в наш главный, откуда и выбрасывается в море. Вся страна – это целый каскад. Если фермер находит на своем поле больную луковицу, он приходит ко мне, то есть к луковичному доктору. Я делаю надрез и вижу, что она поражена плесенью. Теперь можно дать рекомендации по излечению растений, чтобы у него не пропал весь урожай. Особые организации проверяют луковицы на вирусы, выжимают сок и делают анализ тюльпанной крови. Если вирусных будет больше 1%, экспорт запретят. Казалось бы, система тюльпанного бизнеса так отлажена, что не боится никаких потрясений. Здесь даже северо-западный ветер прекращает дуть ровно в 5 вечера. Но призрак лихорадки 1637 года опять появился в стране. Примерно в 2002 году я случайно услышала о каком-то новом фонде. Вроде бы влиятельные финансисты собирали деньги, чтобы обновить тюльпанную индустрию. Минимальный вклад был 100 тысяч евро. Деньги вкладывали очень серьезные люди. Например, бывший топ-менеджер Филлипса внес 200 тысяч. Были вклады даже по 10 миллионов. Всего собрали 80 миллионов евро. Контракты, которые были подписаны, не выполнялись. Инвесторы, обещавшие скупить весь урожай, исчезли. Все сорта смели подчистую. Это были плохие, сырые сорта. Их было 300 или 400. Сейчас из них осталось только 3 или 4. Вкладчикам же деньги не вернулись. Как и 300 с лишним лет назад, пузырь лопнул, унеся с собой примерно 60 миллионов евро чистых убытков. Очевидно, соприкасаясь с тюльпаном, человек неизбежно теряет рассудок. И у каждого, кто сталкивался с этим растением, есть своя особая тюльпанная мечта. Ян Ликхард мечтает вывести синий тюльпан, хотя это и считается невозможным. Анна Иващенко мечтает, что наконец в Казахстане, на родине тюльпанов, появятся свои прекрасные сорта, не хуже голландских. А в маленькой мастерской на берегу Босфора Хикмет Барутчугил последние 20 лет возрождает вымерший стамбульский тюльпан особым восточным методом абру. Аб значит вода, ру – поверхность, лицо. Все, что я сейчас вам покажу, будет нарисовано на поверхности воды. Секрет в этой жидкости. В нее добавлена бычья желчь. Она не дает краскам смешиваться. Теперь переходим к тюльпану. Сначала листья, все вот из этих двух капель. Стебель тюльпана, сам цветок красной краской. Теперь печатаем. Надо держать за эти два угла по диагонали, чтобы не было пузырей. Надо как бы прокатать лист. Ну вот, совместным трудом нам удалось получить вот такую вот картину настоящего атаманского тюльпана, совсем не голландского, а совсем даже турецкого.